Здравствуйте, дорогие друзья! Я приглашаю вас на прогулку. Давайте пойдем гулять в наш старый город, а потом зайдем на наш рождественский базар, на наш рождественский рынок. В этом году он достаточно скромный, людей мало, но вы сами увидите. Вот горячее вино наливают, 2 евро стоит один стаканчик. Можно взять также горячий шоколад, 3 евро. Можно пиво выпить, 3,50. Кстати, очень холодно и, как всегда, очень сыро. Потом даже дождик моросил попозже. Лесоруб куда-то срочно отлучился почему-то. Видно, приспичило. Но это, конечно, для декорации все выставлено. Always comes on me.
А вот здесь тоже, наверное, или был концерт какой-то, или будет вечером, прямо на ступеньках нашего кафедрального собора, вернее, базилики нашей. Мы пришли на рождественский рынок. Здесь стоят такие домики, палатки. Вот я вижу гирлянды на них повешены. Наверное, вечером здесь очень красиво горит свет. Ну, моросил дождик, и я, конечно, вечером не осмелилась прийти. Давайте погуляем, посмотрим немножечко, что здесь есть. Но в этом году это жидковато. C'est-à-dire petit Pierre. Voilà, petit Pierre, oui. Et c'est le fils d'Isabelle et Baptiste. Là, voilà. Ah, Isabelle, oui. La maman, là, et Baptiste là-bas. Et en plus, là, si vous voulez les voir, ils sont dans le hall de la mairie. Ah oui, au port, sur la place. Sur le port aussi. Oui, mais non, non, là. À trois, tous là, les trois. Là, la place, là. Non, lui, il est là. Et les parents, ils sont à la mairie, d'accord. Dans le hall. D'accord. Vous pouvez les voir à la mairie, ah là. Oui, d'accord. Sur la place, là, vous avez vu? D'accord, monsieur. Et il est né quand? J'ai jamais vu, petit Pierre. Ah, il est né petit Pierre. 5 ans, il y a 5 ans. Ouais, 5 ans, il y a 5 ans. Il est 5 ans, il fait 35 kilos. Oui, 2,90 m. Combien? 2,90 m. 2,90 m. D'accord. Вот monsieur мне объясняет, что это petit Pierre, маленький Пьер. Это сын наших двух вот героев местных, ну, символических героев, Батиса, Изабель. Батис, Изабель – это якобы его родители. А маленький Пьер появился на свет 5 лет назад, его вес 35 килограмм, и его высота, его рост 2 метра 90 сантиметров. Mais là, ils sont vraiment comme à lui. Mais petit Pierre, je n'ai jamais vu. Regardez, madame. Oui, oui, je regarde, je filme. J'ai pas de recul. C'est superbe. Ça va, petit Pierre? Moi, je suis le grand Pierre. Ah oui? Ah, je suis le grand Pierre. Vous êtes grand-père? La baronne, mais les deux sont là. Oui. Je suis le grand Pierre. Merci beaucoup, messieurs. Allez, madame. Allez, va. Вот на одном из стандов представлен комитет по защите детей в нашем городе. Я даже не знала, что здесь такое есть. Абсолютно везде антибактериальные средства. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам это видео было интересно и что хоть немножечко вам оно подняло настроение. До новых встреч! Желаю всем всего доброго!